Наука развивается столь быстро, что не успевает информация доходить от ученых до тех, кто до учителей и от учителей до школьников. Сама по себе процедура слишком долгая. Поэтому мы решили напрямую от ученых сразу информацию передавать школьникам. Вот основная идея фестиваля науки. Все дело в том, что век сейчас у нас, мы живем информационный, и обучаться нужно на протяжении всей жизни. Даже те специалисты, которые получили образование до этого, они вынуждены будут все равно обучаться дополнительно, переобучаться. Это процедура на всю жизнь.